Привет, зритель. Все-таки в чем прелесть стедикама? Если камера разрядилась, а приспичило. Я еще думала стрим запустить, но это так геморно, у меня тут все тут заставлено, я такая не при параде, хотя я сейчас-то не при параде. И фиг знает, как он пойдет, это... Да, наверное, надо было еще кольцелампу приволочь. И включаю камеру, а там 10 минут. На 10 минут зарядки осталось, как бы уже это, ну никак. А мне приспичило сделать салатик. Я сейчас, наверное, все-таки схожу за светом. У нас тут такая фигня. Мягкая, но все-таки больше хорошо рубит. У нас тут вот такая фигня. Я потом, наверное, наклоню как-нибудь этот стедик, чтобы он нам это все снимал. Я очень вкусно ела салатик в гостях у друзей, но там в составе чипсы еще. А я чипсы не купила. Но посмотрела в интернете, что можно, допустим, просто взять сыр и потереть. Там много таких разнообразных сочетаний кукурузы с яйцом, с майонезом. Вот банка кукурузы сегодня вот купила по скидке в Магните 53 рубля. Хотя у меня там есть еще такая же кукуруза. Про запас купленная еще в этом самом. В декабре. И у меня тут 3 яйца. Их надо как бы было достать изначально из этой кастрюльки. Я их охладила уже. Кошка любопытное создание. Тут же уже прискакала тут. Сыр-то я, может, на терке натру. У меня есть терка специальная. Может быть, для сыра. Мне сегодня поставили уже пломбочку акацию. У меня только пломба с горячей воды исчезла после того, как товарищ сантехник мне помог относительно воды за определенную плату. Буду чистить я это руками. Не знаю, может, конечно, для одной меня хватит и одного яйца. Там-то нас четверо было. Я все ждала в гости одну подругу. Но она что-то так ко мне и не явилась пока. У нее там какие-то все дела, дела. Я думаю, этот подарок на Новый год будет уже на 8 марта. Мы с ней в этом году еще в реале не пересекались. Вообще, если салатик нормально будет, то можно потом будет такой же салатик замутить, допустим, потом на какой-нибудь стримовый кукинг. Тут у меня что-то так очистилось, что с яичком. Вообще, в принципе, это можно бы кошке отдать, но тут мелко. Не стоит оно так, если вот так наклонить. Тяжело ему. А вот так. О, вот сюда поближе надо, значит. Это сказ о том, как надо вовремя заряжать видеокамеру. Яйца, по-моему, у меня тут все эти... С1, что ли, хрен знает. Ну, короче, они как бы крупные. Но, по-моему, бывают еще крупнее. Была у меня одна подруга, у которой было домашнее хозяйство с частным домом. Ну, там курицы, то есть все. И была у нее там, допустим, мама. И мама пахивала на благо нации. Тут мама, допустим, очень далеко уехала, оставив хозяйство на подругу. А эта подруга решила, ну, как бы есть-то все любят, а работать не все. Ну и подруга решила на радостях, раз мама наконец-то куда-то далеко-далеко уехала, сбагрить все это хозяйство куда подальше. И радостно так обнаружив, что в холодильнике у мамы в морозилке очень много заготовок, поняла, что в принципе ей это хозяйство как бы и не нужно, раз заготовки-то есть, все готовое. Поставь там на сковородку, только пожарить там или в микроволновку засунь.
крайнем случае духовку и запеки. И мораль этой сказки такова, что однажды еда-то закончилась. Кошка не надо трогать стадикам. И вообще, кто лазает по столу? Вот вообще, вот кто лазает по столу, а? Вот кто лазает по столу, хулиганка? Где отсюда? У тебя есть своя еда. Тебе сегодня вкусного еще дали. Так вот, мораль всей басни такова, что если что-то очень любишь и хочешь это постоянно или хотя бы периодически есть, то надо все-таки прикладывать усилия, чтобы была возможность это есть. А ты как зритель думаешь, надо ли прикладывать усилия, небольшие усилия? Потому что, допустим, куриц кормить, ну, конечно, это геморно, рано вставать там, но если все более-менее готовое для их еды есть, а курицы практически все едят, почти как кролики, кролики даже едят то, что сами выхахивают, то это небольшая физическая затрата. Вот так вот. Ничего, в руке буду держать, а то оно трясется со столом вместе. И бедный стадикам тоже слегка ловит эти тряски. Посмотрите, те, кто смотрел стрим, там вот я мучилась с этой, мучилась. Дьявол умолилась, которого сова выдумала. Тот, у которого сатана женщина. И Люцифер двумя це. Который Александр попутно македонский. А тут вот мяконькая. Мяконькая вот такая фигня очень хорошо делает. Вообще мне подружка говорила, что тот салатик, где яйцо, кукуруза, майонез и чипсики, там слой кукурузки, потом большая часть от баночки, два яйца на терке тертое, ну, думаю, почти на терке тертое, потом сверху чипсики, потом, ну, значит, слой... Кукуруза, майонез, яйцо, майонез, чипсики, майонез, потом остатки кукурузы, майонез, потом остатки яйца, майонез, и потом чипсиками сверху посыпал. А еще я видела вариант, что где можно просто это все перемешать. Я думаю, у нас, наверное, сейчас будет вариант, где это все можно просто перемешать. А тот вариант, который подружки я ела, я, может, на день рождения сделаю, по фэншую все. Кошка, не дери хороший пакетик, в нем кольцевая лампа, голова ее лежит. Так, хулиганка, я говорю, не дери пакетик. Жук на выдник. Кошка, это жуть. Даже хотя бы судя по моим рукам. Кукурузка без воды, что ли? Я что-то привыкла. Я, правда, давно уже кукурузку не покупала. Что в кукурузке есть вода. Да, по ходу дела в ней практически нет воды. Пять, что ли, я ложек уже кидала. Тут немножко еще остается этой кукурузки. Кошка, видимо, что-то куда-то пытается залезть или достать. Но ей никак. В одном салатике еще был добавлен чеснок. Но я что-то хз. Чеснок с этой самой, с кукурузой сочетается или нет? Может быть, конечно, и сочетается. Сейчас мы сюда сырочка потрем. У меня есть маленькая такая терочка.
Вообще она вроде считается как под шоколад. Но можно же и сыр потерять. И еще у меня есть кусочек сыра. Ларец с топленым молоком. Случилось несчастье. Магазин, где мне очень нравилось покупать сыр, продал мне 205 грамм сыра. А из них только 50 было нормального. А все остальное, видишь, как он срезан, зритель. Да уйди ты со стола-то уже. Ну что ты за хулиганка такая, а? По ушам дам, точнее, за уши возьму. Вот за уши возьму, за уши возьму. Иди поешь, что у тебя кефирчик есть вкусный. И молоко, которое еще не успело стать кефирчиком. Кстати, почему-то вот в ванной пить она воду из чашки из большой любит, а из мисочки ту же самую воду не любит. Короче, 50 грамм сыра. Две трети банки кукурузы, банков на 340 грамм. Три яйца формата С1. Ну, я думаю, можно просто, короче, среднего размера три яйца. Потому что, может, у кого-то есть домашние курицы, в смысле, яйца от домашних кур, от своих кур. И бывает, что там очень крупные такие яйца бывают. Хрен знает, какого формата. Сыр, ларец, либо ламбер. Ну, короче, вот такой хороший, дорогой сыр. Главное, чтобы он был нормальный, а не как мне повезло в кавычках. Что берешь кусок сыра, срезаешь, и только потом что-то там остается. Так, мы сейчас это посолим. Где-то у меня соль-то была. Вот в таком бочоночке деревянном у меня соль. Шипотка или две? Две шипотки соли. Ну, смотря у кого какие пальцы. У меня и маленькие такие пальцы, эльфячьи. Берем сейчас майонез. Мне майонез мистер Рико. С перепелиным яйцом. Изначально в майонезе было 220 миллилитров. Но мне кажется, майонеза это как вот, ну, кто сколько берет, кто сколько хочет. Тут у нас примерно одна, ну, примерно две трети пачки. Я тут ее обратно так затолкала. И сейчас мы будем его выдавливать. А теперь мы это, ну, тут еще осталось. Просто я так это зверски выдавила. Вообще, наверное, лучше вилочку еще мешать, но. Так-то я обычно еще бы сметанки добавила, потому что, ну, я так давно не ела майонез, что мне привычнее майонез бодяжить сметанкой. У друзей моих тогда очень много так майонеза было. Может, он пожиже бывает, майонез фиг знает. Но учитывая, что он у них был с слоями, то может быть потому и было, кажется, пожиже, потому что не перемешанное, а просто так вот залито. Ты, зритель, если будешь это делать на какой-нибудь там стол, можешь, конечно, красиво украсить какими-нибудь там зеленушками. Я все собираюсь уже вторую неделю. Взять луковицу, положить ее, если не в землю, то в чашку с водой. Дождаться, когда из нее пойдут зеленые перышки, чтобы у меня был халявный свежий зеленый лук. И что-то оно у меня так в зачаточной идее и остается. Вкусно, кстати.
вот тебе, зритель, вкусненький салатик. Простенький совершенно, из кукурузы, консервированной, сыром, ламбером, ворса точнее, ну сыра, короче, кукурузы консервированной, вареных яиц и майонеза с солью. Приятного аппетита!